Сколько можно, Бождан? Пустите! Мы требуем нас пропустить! Мы должны увидеть мэра! Что происходит? Мы тоже люди! Они нас забыть блокируют! Что вы замолчали? Прошу прощения, время истекло. Я должен быть на комбинат. Спасибо. Пусть мэр нам ответит, пусть он выйдет и скажет. Петя? Пенек, ты? Вы, Александр Иванович, на рабочем месте. И я вас, между прочим, Сашкой не называя, пресса, прошу зафиксировать унижение личности. Простите, а вы кто? Петр Сергеевич Осколкин. Я надеюсь, ты в курсе моего нового статуса. Все. Уважаемый Александр Иванович, ваше время вышло. Тогда на первый срок шел. Что обещал по полимер-волокну? Не помнишь? А я помню. Поставить очистные сооружения. Где же они? За 4 года палец о палец не ударил. А теперь удивляешься, почему комбинат закрыли? Ты что-то знаешь об этом? Все знаю. Я закрыл. Палач. Пашка. Потапов. Перед смертью меня смотрящим поставил. Комбинат подо мной. Ты? Комбинат? Смотрящий? А почему нет? Я отдал лучшие годы в борьбе за этот город. И что имею? Ничего. А ты вон, смотри, как хорошо устроился, а? Да, у тебя по алгебре всегда были 5. Но вот по литературе и истории 3. А ты уверен, что ты в своем кресле сидишь? А? На что ты намекаешь, а? Нет, 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 я не намекаю. Я предупреждаю. Пора освободить место. Совсем спятил, да? Пойди натворю что-нибудь, а? Да не бойся, я по старой дружбе прикрою. А помнишь, бригантина подымает паруса, а? Слет авторской песни. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою? Ты мне зубы-то не заговаривай. Объясняю еще раз. Для начала вспомни, кто тебя в это кресло посадил? Закрыть теплостанцию — это значит обесточить город. Ты в своем уме? Слушай, а ты вообще представляешь последствия, а? Ведь электричество — это все. Водоснабжение, канализация, транспорт, связь. А больницы, а непрерывное производство — это саботаж, Петр. У нас тут граница в 2 шагах. Это черт знает что. Да нет, ты шутишь. Ничуть. Закрою. Но это неправильно, это... Это несправедливо, это... Это жестоко, наконец! Жестоко? Что ты знаешь о жестокости? Я имею в виду о святой жестокости. Слушай. К святому пришел человек с младенцем на руках и спросил, что мне делать с ним. Он хил, уродлив и даже нет жизненных сил, чтобы умереть. Убей его, приказал святой, и держи 3 дня и 3 ночи на руках, чтобы запомнить. Печальный ушел человек. И многие осуждали святого за такой жестокий совет. Но не более ли жестоко было оставлять его в живых, поинтересовался святой. Что ты хочешь этим сказать? Да так, вспомнилось. Закрою, а через пару дней открою. Тут твой рейтинг пойдет на 0. А тут в предвыборную кампанию и вступит
Петр Сергеевич, осколки! Разворачивайтесь в марши! Словесные невесты Кляуди! Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Молзер! Близко! Близко! Мишка, вставай. Хватит притворяться. Слышишь? Ну, посмотри на меня, это твой папа. Ну, Миша, пожалуйста. Нет. Нет. Мы будем вместе теперь. Ты. Я. Мама. Ты. Мишка, прости. Сына. Ты, друг, помоги! Помоги! Мой сын Мишка! Помоги! Несчастный случай, что ли? Пожалуйста! Ну ты же можешь! Ты все можешь! Правда! Помоги мне! Я знаю, я виноват! Ну, все будет по-другому. Говорят, что достаточно горчичного зерна. Веры, а у меня веры гора. Возьми и все. Возьми, но только помоги. Не молчи. Я верю. Я верю. Я верю. Но не знаю во что. Ha 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 ha.